Всем привет! Инструменты для сборки механизма потолочной сушилки для сушки белья. Последнее мое ноу-хау. С одной стороны тяни, с другой стороны толкай. Инструмент в работе очень удобный. И я бы сказал, незаменимый. Тут, походу, некоторые зрители подбросили мне идею сделать заточку на одном конце спицы. То есть, вот такую. Кончик я расклепал, заточил. Теперь остается быстренько сделать ручечку. Масленочка у меня классная. Итак, составляющие я сделал. Теперь все это нужно собрать. Делаем вот так. Раз. Спицу посадил на эпоксид. И закрутим вот этот винтик, чтобы ручечка не слетала и не проворачивалась. Вот так.
Теперь проверим. Имеем колпачки от разных сушилок. Делаем так, потом вот так. Раз. Красота. Тра-та-та. Теперь смотрим, как оно заталкивает. Раз. Два. И еще раз. Как-то так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте пальцы, подписывайтесь. И всем пока.